Образование, здравоохранение и социальная политика – эти темы стали предметом дискуссии на очередном туре дебатов единороссов. Напомню, в преддверии праймерис их участники еженедельно высказывают собственную позицию по ключевым темам. В ходе обсуждения участники отметили, что «Единая Россия» способствовала реализации национальных проектов, в том числе здравоохранения, образования. А теперь поддерживает целевые федеральные программы, которые направлены на улучшение качества жизни людей. Это обеспечение техникой больниц и школ, строительство доступного жилья и увеличение бюджетных мест в детских садах. Самарская область в числе приоритетных в получении средств на эти цели. И, естественно, наша область получила более 1,5 миллиарда рублей. Это более 30 тысяч дополнительных мест было создано за этот период. Я считаю, что сейчас одна из основных проблем, с которой сталкивается и наша промышленность, и наше общеэкономическое развитие, это проблема образования, которая была заложена еще в 90-е годы. И сейчас эта проблема активно решается.